Столько техники понагнали. Сегодня отбой у них. И до самого вокзала эта техника тянется. До самого вокзала. Не знаю, почему не запускают транспорт. Вроде в Ялте уже все сухо, все нормально. Сейчас посмотрим там дальше. Гаишники будут стоять, нет? Рыжий кот дорогу переходит. Ряда выстроились. Да, сейчас фантастишь. Ну, давай, проезжай быстрее. Да, ГАИ стоит. Моргает. Самосвалы. Вы еще не как будто меня в армию призвали, я иду знакомиться со службой. Столько КАМАЗов, столько тракторишек. Там еще дальше за дорогой у вокзала стоят. Ага. Ну, пылище капец, короче, пылище ужасное. Вот вокзал вообще не пострадал. Даже луж не было здесь. Вокзал не пострадал. Межгород работает. Местные нет.